Во Франции очень любят выпечку из слоеного теста. Ее делают много, делают разную, продают и едят повсеместно. Одно из таких лакомств – это булочки с изюмом, или, как говорят французы, «пау роза», или «эскарго» – улитка, что, в принципе, по форме очень похоже. Для этих булочек требуется дрожжевое слоеное тесто, рецепт которого можно посмотреть на моем канале. Ссылка в описании. Или же можно купить уже готовое, что гораздо проще. Еще потребуется изюм, его нужно обязательно промыть от грязи и осушить. Следующее, что нужно, крем патиссье. В русском варианте это заварной крем. С него и начнем. Молоко поставим на огонь, добавим к нему немного экстракта ванили. Можно, в принципе, положить четверть стручка ванили на такой объем. Оставим, чтобы начало закипать. Тем временем к желткам добавляем сахар. Растираем, взбиваем до белесого цвета. После чего всыпаем крахмал и размешиваем до однородности. Не должно быть никаких комочков. Молоко только-только начало закипать. Вливаем часть его в яично-крахмальную смесь, тщательно размешиваем. Переливаем в кастрюлю к оставшемуся молоку и на слабом огне доводим до загустения, постоянно помешивая. Снимаем с плиты, даем охладиться. Теперь тесто раскатываем в большой прямоугольник толщиной около 3-5 мм. Выкладываем остывший крем и распределяем по всей поверхности равномерно. Но с одного края оставьте около 2 см чистого теста. Посыпаем изюмом. Аккуратно заворачиваем. После этого нарезаем на кольца шириной 2-2,5 см. Укладываем на противень с достаточным расстоянием. При выпекании булочки увеличатся. Закрываем пленкой и оставляем на 40 минут. Через 40 минут смазываем булочки слегка взбитым яйцом. Ставим выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Готовые булочки имеют великолепный цвет, офигенно пахнут и, конечно же, очень мягкие и вкусные.